Областной семинар для преподавателей физкультуры прошел в средней школе комплексе Национального возрождения номер 17. Учителя не просто беседовали за круглым столом, они приняли участие в игре «Я чемпион». Как прошли состязания педагогов и школьников, узнаете прямо сейчас. В спортзале средней школы комплекса Национального возрождения собрались десятки преподавателей физкультуры. Для них уже провели открытые уроки и теперь покажут, как надо играть в «Я чемпион». В нашей школе проходит большое мероприятие – областной семинар учителей физической культуры. Наши учителя дают очень интересные уроки, также даем внеклассные мероприятия, праздник спортивный «Я чемпион». В «Я чемпион» играют две команды – сборная учителей 17-й школы «Беркут» и чемпион 2015 года «Олимпийцы». В таком необычном формате школьники поборются против своих наставников. Для меня это мероприятие первый раз, и я играю за команду «Олимпийцы». Надеюсь, наша команда выиграет. Команда учителей под моим руководством будем соревноваться с детьми, которые являются чемпионами 2015 года. Я думаю, что как педагоги мы тоже сегодня постараемся показать класс. И вот началось. Первый конкурс «Бег с препятствиями». Команды стремятся вперед. Казалось, преподаватели немного опережают школьников, но тут же олимпийцы берут верх. Первый конкурс остается за ними. Но «Беркут» так просто не сдается. Гонки с мячом – сложное, но интересное испытание. Здесь ничья. А вот в чехарде побеждают преподаватели физкультуры. И все, ничего страшного не будет. Сегодня для команд подготовили 9 эстафет. И как же без традиционной скакалки? В этой школе прыгать умеют. Ребята смогли сделать это 35 раз, а их учителя 30. Команды на протяжении всей игры не уступали друг другу. И лишь с разницей в 1 балл победу одерживают преподаватели. По итогам состязаний все получили медали, грамоты и дипломы. Денис Евков, Казбек Рекбаев, новости МТРК.